Хоккейный клуб «Адмирал» у себя дома встречался с челябинским «Трактором». Первую шайбу на лед бросил гость Владивостока Владислав Третьяк. Трехкратный олимпийский чемпион приехал поболеть за своего внука, который и занял место в воротах «Адмирала». Но родная поддержка не помогла. Приморцы пропустили уже на 7-й минуте. Быстрая атака «Трактора» завершилась точным броском от Александра Панкова. Моряки после гола ринулись отыгрываться. Правда, череда отличных ударов от Саболича, Акинсона и других хоккеистов шла на нет. Чешский голкипер гостей отыгрывал на отлично. Увы, но приморцы так и не смогли ничем ответить челябинцам. 0-1 в пользу «Трактора». Тяжелый матч. Удачно забили в начале игры. Сыграли строго, дисциплинированно. Хотел поблагодарить команду за самоотдачу, за настрой и за игру. «Трактор» грамотно сыграл в зоне обороны. То есть практически у нас там пару моментов за всю игру было. И, в принципе, тут атаки по большому счету, если так трезво оценят, то на победу-то так и не наиграли. Следующим матчем для приморцев станет дальневосточное дерби, которое пройдет также на Фетисов-арене. 25 октября «Адмирал» примет хабаровский «Амур». «Луч энергия» также провел домашнюю игру. Приморцы принимали футбольный клуб «Химки». Первый тайм прошел в борьбе в центре поля. Ни одна из команд не смогла создать за всю первую половину встречи ни одного действительно опасного момента. На перерыв футболисты так и ушли при счете 0-0. Во второй половине желто-синие первыми решились на прессинг. Приморцы стали активно атаковать, и ближе к концу матча это принесло результат. На 82-й минуте после подачи штрафного Иван Столбовой в одно касание перевел мяч в ворота. Оставшиеся 8 минут «Тигры» могли спокойно отойти в оборону, но им, кажется, хотелось большего. Уже в добавленное время после прострела в штрафную Антон Пискунов оказался расторопнее всех и с 5 метров поразил ворота «Химок». 2-0 – победа «Луч энергии». Смотрим за командами, за «Лучом» в том числе. Рассмотрели несколько матчей. Играющая команда неплохо играет. И не случайно она там последние там, 6 туров там, достаточно очков набрали. Доиграли всю игру ровно. И в конце забили, вот Ваньку выпустили на замену Столбового, да. Уже давно не играл, как бы соскучился. Выпустили, ну у нас там есть свои приметы, мы как бы его выпустили, он забил гол. Первый, да? Ну и потом второй мы забили. Приморский клуб, еще недавно сидевший на дне турнирной таблицы, сейчас выбрался на 11-ю строчку. Следующую игру «Луч энергия» проведет 30 октября на выезде с командой «Сибирь» из Новосибирска. Максим Яковлев, новости спорта на 8.